четверо котят. Первым был Филя, следом за ним пошел Даня. Вот как-то так. С 5 декабря малыши, которые жили у подъезда бывшего дома волонтера, лечатся с волонтером Ириной Стрижак и ее дочерью Лирой. Пошла болезнь с цепочкой, температура, заложенные носики, чихи. Сейчас вообще жуткие крипы у двоих. Посмотрите видео. Сначала Филя, потом Даня. Проблема еще, что нормальное лечение получить у врача невозможно. У него график 2 через 2. Так получилось, что недалеко клиника доктор Ай. Туда и отвезла Лира котят. Потом в следующий раз уже другой врач. И, естественно, это уже не лечение. Лира работает. Если не работает, то вообще не кормить, не лечить будет не за что котят. Сейчас в телефонном режиме врач добавил дексаметазон уколы. И так как хрипы фуросемид. Конечно, хозяйка сельского мини-приюта Ирина Стрижак посчитала, что им не нужен он таким крохам. Еще нужно сделать рентген, а в Грете только записи на субботу. Но вот что делать, как лечить, где искать вообще врачей, что помогли этим деткам. Такие малыши хорошие, и вот такая беда. Друзья, может быть, у кого-то были подобные случаи с котятами? Скажите, что делать, что лучше им принимать? Ирина Стрижак на своем опыте уже во всех разочаровалась. Не знает, куда возить больных животных. Одно дело стерилизация и кастрация или что-то отрезать, а тут нужно понять. Конечно, наверное, нужно сдать анализ, рентген, но это будет большая сумма для четверых. Но и оставлять котят без помощи невозможно. Невозможно ни спать, ни есть, когда крохи мучаются. Друзья, подскажите, помогите обследовать и пролечить крошек. Четверо котят спасли их с улицы от холода и собак, а сейчас такая беда с ними. Очень надеемся на вашу помощь и добрые сердечки. Данечка. Мой зайчик. Таня. Танечка. Данечка. Мой масенький. Да.